Следующую песню будет исполнять без гитары. Кристин, сходи сюда. Чего? Здесь стоп. Как приближаться? Песня была написана специально, как называется, нашего штатного поэта. Алекс, встань! Называется она «Рассвет». Где приближать, объясни мне? Нет, это еще впереди. Иди сюда, на мою сторону. Стой! Блин, я даже не слышала людей. Ну давай, снимайте. Ну поставишь меня, только покажешь мне, как это. Сейчас, иди сюда. Смотри, ты. Следующая песня, я думаю, вы можете догадаться, называется она «Даем войти». Слышу слова. Без комментариев. Да. Они что-то пойдешь. Ждешь ли его всегда, так ли ты любишь его? Ответь им да, проще всего, только слова вода. Добро страх на пути, а если любишь, не бойся. Если любишь,
эти крести. Он не так уж злой, спит и сверхнулся с тобой, понимаете. Thank you.
естественно, вы же наши соло-гитаристы вдвоем, и ему за это спасибо. Называется эта песня «Палач».
Спасибо всем. А это наш выступающий. Следующая группа. Встречайте. Мастер Маргарита.